В этом ролике мы расскажем, как осуществить первую продажу в онлайн-кассе для мобильного приложения. Запустим приложение с рабочего стола мобильного телефона. В открывшемся окне вводим логин и пароль, указанные при регистрации. Программа предложит выбрать точку продаж и кассу. Выберем кассу и приступим к оформлению продажи. Для начала продажи откроем смену. Онлайн-касса готова к добавлению позиции товара в чек. Для добавления товара нажимаем кнопку «плюс» внизу экрана. Откроется окно поиска товара. Находим нужный товар и заполняем данные для чека. Указываем сумму, валюту, количество и скидку. В случае, если стоимость товара отличается от справочника, онлайн-касса позволяет откорректировать сумму. После чего нажимаем кнопку «Добавить», товар успешно добавлен в корзину. Переходим во вкладку «Чек». В открывшемся окне указываем размер скидки и выбираем тип оплаты – наличные или карта. Онлайн-касса автоматически рассчитает размер сдачи. Если все данные верны, нажимаем кнопку «Далее». Онлайн-касса запросит контактные данные покупателя для отправки чека на адрес электронной почты покупателя. Вводим данные и нажимаем кнопку «Далее». Если покупатель не желает получить чек в электронном виде, пропускаем данный шаг. Онлайн-касса готова выполнить операцию и отправить чек оператору фискальных данных. После нажатия кнопки «Выполнить» онлайн-касса сохранит данные на сервере оператора фискальных данных и распечатает чек для покупателя. Мы вместе прошли все этапы обучения пользования программой онлайн-касса и можем наконец-то приступить к реальной работе, не боясь ошибиться и четко зная, что все делаем правильно и по закону. Дальнейшие вопросы приветствуются, именно они помогают нам улучшаться. Задавайте их на сайте ofd.apb.online или на адрес электронной почты icentrsobaka.agroprombank.com. Желаем процветания вашему бизнесу!